Организация договора о коллективной безопасности направит силы в Казахстан. Об этом сообщил председатель Совета коллективной безопасности УДКБ премьер-министр Армении Никола Пашинян. В связи с обращением президента Казахстана Касыма Джумарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности УДКБ в соответствии со статьей 4 договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы УДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране, говорится в заявлении Пашиняна.